транспорта хорошего. Поломали все. А теперь не знаем, вот как добираться. Раньше добирались на транспорте, который был в маршрутке. А сейчас, чтобы нам съездить с мужем на ярмарку за продуктами, нужно потратить 144 рубля. Это нам, пенсионерам. Льготные проездные отменили. Поэтому вот нам этого не хватает. Но вообще на остановках негде спрятаться от ветра, от дождя, от снега. Сейчас вот будет снег скоро.